Прекрасная игра Факторио. Версия 0.17.57. Сервер создан. Сейчас я присоединюсь к моему другу. Пу-пум-пу-ру-ру. Что такое? Пароль ввожу, требуется второй раз вводить пароль почему-то. Очень странно. Оу! Сервер не отвечает. Проблемы у нас со связью опять возникают. Оу! Ай-яй-яй. Как печально, как досадно. Reconnect, reconnect. Чё это? Ага, поэтому опять внизу уже кто-то играет. Я получил сейчас сообщение. Что ты будешь делать? Ага. Надеюсь, лагов не будет в этот раз. Нефас. Так, я остановился на производстве батареек. Буду производить батарейки, и эти батарейки будут отправляться туда, на производство всего. Так, что надо? Кислота? Кислоту здесь подведем. И здесь. Что такое? Что? Что ломает? Стену ломает. Внизу. Надо ремонтировать. Я поставлю здесь пару пушек. Сейчас надо защищаться. А, ах вы такие, да? А мы готовы. Ага. Вот здесь брешь. Ты чё, дружок, ты делаешь? Гуляешь? А меня видишь? Вот, все. Для него все закончено. Он в райском, в жуковском своем раю. Так, поставлю 8 пушечек. 8 мало, многовато. Ладно, так, хватит. Неизвестно, сколько, какова угроза, насколько сильна угроза. Нету смысла ставить много-много пушек везде. Много стен надо везде ставить, потому что они дешевые. Так. Все. Вот здесь защитил. И здесь тоже. Дерево надо срубить. Полезная вещь. Билайн. Денег нету. Так, возвращаюсь. Так, что Стив писал? В Стиме что писал? Ничего. Так, ладно. Эти пушки убираю. Не надо. Не надо их. Так. Кислота. Все. Кислота будет подъедена. Сейчас Стив подойдет и увидит все. А, нету труб. Трубочек. Прекрасных трубочек нету. Что, сломали? Что-то сломали. Оп!
Опа! Электричества нет. Почему? Че, я не подвел электричество, что ли? Оу. Ой! Так, пушки, пушки. Ау! Меня убили. Кошмар какой. Где-то я жив все. Где-то я ошибся. Потеряли кучу пушек. Как жалко. Без электричества они оказались. Так, это мой трупак, подбираю. Ну, подобрал все вещи. Была жесткая ошибка. Так. Пам-пам-пам. Что-то я тут не доделал, да? Жуки прошли в нужное место. А почему электричества не было? Забыл, что ли? Так. Так, и стен побольше. Стен у нас есть. Камней полно. Стен. Дольше живем. Пурурум, пурурум. Забираю. Все, батарейки готовы. В огромном количестве будут батарейки. Чем их забирать? Я думаю, этим. Как забирать? Попробую так. О, а это что? А, электричества ему не хватает. Конвейеры. Конвейер есть. Ой. Оп. Поехали. Батарейки поехали. Распределение батареек началось. Оп. Ой. Стены не нужны здесь. Так. Излишняя защита мешает развитию и процветанию. О! Здесь будет разгрузка батареек. Так, ой. Тут у нас столбики. Подземный один конвейер. Вот так вот. Поток батареек увеличился. Мы получили батарейки, я написал Стиву. Теперь у нас гораздо больше батареек стало. Вот. Поток батареек. Неиссякаемый поток батареек. Похвалил меня. Так, что ты? Чё-то нету. Нет воды, нет воды. Почему? А значит, вода. Так, здесь же. Не понял.
воды. А. Почему нет воды? Так, труба. Вот. Здесь вода. Здесь воды нету. Угу. Значит, все-таки отсюда вода сюда не протекает. Вверх. Я думал, протекает, а оказывается нет. Вот и ответ на вопрос. Вот теперь пошла вода и электричество. Кислоты много, батареек полно. Так, освобождаются. Да, вот красные инвертеры замечательно забирают, замечательно разгружают фабрики химические. И батарейки теперь есть для производства лазеров, лазерных пушек. И... А, сюда вот они поступают. Ну что, излишки есть? Батареек или нету? Сейчас посмотрим, излишки батареек есть. О, здесь нет батареек. А, я быстрее конвейера бегу. Я бегу быстрее, чем батарейки успевают доехать. А нет, вот они. Все, батарейки здесь уже лишние. Их слишком много. А на другом конвейере что должно было быть? Медь. Медь не поступает по конвейеру. Это нарья где-то накосячил. Видимо, да. Да, посмотрим, где медь не поступает. На этот конвейер с батарейками. А! Ну да, вот такая же ошибка у меня и здесь произошла. Исправим. Легко исправляется. Ой. Все. Исправил ошибку. Медь и батарейки пошли по этому конвейеру. А она должна быть здесь? Что-то я... Она не должна быть здесь. Чуть я брежу. Брежу. По этому конвейеру должна... А, да, должна быть медь. Сюда. Конечно. Ну, сейчас все пойдет. Сейчас все пойдет. Производство пушек лазерных начнется. А сейчас что нету? Ну, зеленых съемочек. Железо. А здесь что? А это что такое за прикол? Чья-то ошибка? Ну где медь? А вот медь пошла. Пошло производство. Все заработало. Ой. Тут производство пушек идет. Так. Так, взрывчатку надо делать. Так, сюда нужны аккумуляторы. Я сюда сделаю, подведу аккумуляторы. И железо.
сюда надо подвести. Аккумулятор и железо. На этот конвейер. Почему бы и нет? На одну половину аккумуляторы, на другую половину железа. Это я могу осуществить. Конечно же, хорошо было бы иметь уже красненькие конвейеры. Так, батарейки пошли. О! Оу! Стив что-то здесь поменял. А, нет. Что, сломали? Стены. Ладно, это не страшно. Так, аккумуляторы поступили. Теперь железо. Железо. Пам-парам-пам-пам-пам. На другую половину конвейера. Два. Надо сделать. Так. Этот будет брать железо. Налево. Налево. Тук. Сюда вот. Так, заберу лишнюю сталь. Так, подземный конвейер. Так, железо сюда пошло. А теперь сюда, на этот конвейер, надо вернуть железо. То же самое. Вот таким образом. Подземный. Так. Вот так. Поток железа есть везде. Так. Все, это лишнее, это лишнее. Это не лишнее. Вот, инвертеры берут железо, аккумуляторы. Кому что надо. Батарейки берут, все берут. Так, стены ломают. Ну и пусть ломают. Пушечки у нас тут. Все видно, все отображается. Так, опять. Как-то страшно от этого сигнала. Так, производятся аккумуляторы. Чтобы устанавливать аккумуляторы, нужно пространство. О! 184 панели готовы. 184. Ну ладно, пусть еще. Сделают пару сотен. Так, и железо надо подвести сюда. Ах ты. Страшно становится. Так. Они успевают вообще переплавлять-то железо? Печки все эти. Вроде кивают. Ага, пушки стреляют. Энергии. Сколько у нас потребляет энергии? Максимальная. Ну, 50 мегаватт. Максимальное потребление энергии. Суммарная. Что? О, да. Ну, как много. А, аккумуляторы заряжены. Что-что опять за сигналы? О, что? Да, ну там, ладно, пусть ломают пока. Хватает? Нет, не хватает железа, надо еще переплавку включить. Я включу еще переплавку. Еще печки. Надо. Федя. Не хватает железа. Сюда надо железо, наверное. Что здесь? Почему стоит? А, вот почему железа не хватает. Сундуки наполняются. Пока что. Пока наполняется, его не хватает. Но я все равно увеличу его, пожалуй. Поток железа. Смогу я так сделать? Нет.
так. Не знаю, пригодится это железо или нет. О, это был кто-то большой и съедобный. Конвейеры. О, да, красненьких надо добавить. Синеньких добавить надо. Да, железная. Так. Вот. И конвейер, который будет забирать продукцию. Переплавленное железо. Железные пластины. Так, ты повернись сюда. Ты повернись сюда. А ты ехай. Езжай. Так, тебя здесь быть не должно. Сейчас исправимся, сейчас исправимся, сейчас исправимся. А тут как поставить? Придется раскошелиться, дорогу поставить. Так, ну это попозже. Сейчас конвейер доставлю. Так. Так. Сейчас, подождите, сейчас все будет. Сейчас синенькие будут конвейер, инзертеры. Закончились. Ну, электричество подведу. И завертится, закрутится. Сейчас манипуляторы синие будут готовы. Вот они. Опять закончились, что ты будешь делать? Что я тут еще производится? Ну, все, всего потихонечку. Ох, красных достаточно, синенькие, ну все производится. А это что? А, застрял. Ошибка. Так, ничего не прошло? Да, ничего не прошло. Не так надо было сделать как-то. Вот. Вот так как-то. И подземный конвейер. Я не знаю, куда это. А, уже знаю, сюда. Что здесь не хватает? Меди, стали и железо. А. Что здесь? Это лишнее. А. Что здесь происходит? А. А. Почему не производится это хозяйство? Или производится? Гранат нету. Угля нету. Понятно. И камня нету, я так понял. Что сломали? О, дело опасное. Жги прошли в ненужном месте. Надо защитить. Ломаются панели. Панели ломают. Сейчас будут ломать панели. Солнечные. Такие драгоценные. Оп-оп. Так, стены ломают. Ставлю защиту. Ага. Никто не выдержит. Ой. Я застрял. Лаги. А, такая у меня есть. Есть. Откуда пришли? Не знаю откуда. Это убрать. Эй. Что? Кто? Трубы ломают. Ломают трубы. Стив идет ремонтировать там. Я сейчас здесь поорудую.
Так. Как вы делаете вот так вот? 4 пушки хватит. Атака была не массивная. Not массив атак. Стены поставлю и хватит. Побольше. Что-то поремонтирую. Ремонтные наборы пока есть. Так, что, лазер есть? Так, здесь починюсь. Так, тут ничего не надо, тут все нормально. О! С угла нападают. Так, ладно, я это починю и перемещу пушки тогда. Сюда, на это место. Я эти же самые лазерные турели перемещу туда. Если жуки там. Ага. О! Где? Одна стальная опора электропередачи. Еще сделаю немножко. Сколько? 5 штучек. Осталось. 4, 5. Хватит. А эти удалю. И стены поставлю. Так. Стены заканчиваются, ух, как удивительно. Надо ремонтировать. Что-нибудь. Пойду из сундучка заберу стены, которые готовы. Хорошо ремонтировать можно на большом расстоянии. Так, где стены готовые? Ко мне это что-то я не вижу, маловато. Так, уголь надо довести до гранат. До этих гранат надо уголь довести, чтобы было все автоматически. Так, стены возьму, несколько сотен. Хорошо расходуются. Так, теперь железо подведу туда-сюда. Везде подведу железо. Так, я смотрю, меди не хватает. Медных пластин не хватает. Наверное. Вот здесь вот. Ага. Вон АФК 3 минуты. Ладно. Посмотрим, что это будут за 3 минуты. Батарейки что-то плохо идут. Не идут батарейки. Почему-то. Те раз. Ой. Почему же они не идут? Чего, не хватает нефти? Так, ну, серы нет. Серы нет. Ну, чья ошибка это? Где она должна была быть? Здесь. Здесь нет газа. Угадайте, почему. Так. Газа нету.
Почему же нету газа? Потому что нету нефти. Кто же сломал нашу нефть? Нефтепровод кто-то сломал. Какие-то противные жуткие жуки сломали нефтепровод. Надо восстановить. Здесь нету нефти. Что-то Стив не восстановил. Нефтепровод. Так. Так, здесь нефти нету. Оу. Дело серьезное. Так, нету нефти. Где тут трубы повреждены? Странно, странно. Сейчас посмотрим, будет далеко бежать. Меня тут сейчас прихлопнет кто-нибудь. Сейчас Сив придет, и меня на базе нету, а я гуляю. Где-то далеко-далеко. Еще лаги небольшие появляются. Если жуки появятся, я сразу поставлю лазерные пушки, чтобы они меня защитили. О, где же сломанные трубы? Или нефть закончилась? Да нет, если бы она закончилась, то было бы чуть-чуть. Нефть все равно в трубах. А то вообще нету. Ага. Не там. Не там ковыряюсь. Не то ищу. Боже мой, лазерные турели у нас. Без электричества, о боже. О боже. Надо искать, где электричества нету. Так, здесь нету, здесь нет. Скорее, пока не сломали лазерные турели, которые там стоят. О, боже. О, будильник звонит. Скоро сынок придет. Мне пора заканчивать игру. Так. Вот здесь, наверное, проблема. Нет. Не здесь. Скорее, 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 скорее. Скорее, 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 быстренько, быстренько. Так. Лаги, лаги, жуки, жуки. Фу, какой кошмар, какой кошмар. А, вот у нас сломанная опора, видимо. А? А, убегаю, скорее, скорее убегать надо. Куда? Я за мной бегу. За мной бегут. Ай-яй-яй. А у меня есть рыба. Все, я вас не боюсь. Ага. Лаги, лаги. Когда битва, лаги появляются. Это террайвл. Ужасно. Кислота. Так, посмотрим, как работают пушки лазерные теперь. О, тут все работает. Фраги были у пушек. Нельзя стоят. У пушек фраги были. Так, электричество я восстановил. Так, взрывчатку надо. Ладно, пойду сделаю взрывчатку. Так, так.
взрывчатка нужна. Уголь надо отправить на гранатки. Как я это сделаю? Я не вижу способа. Ну, только так. Сложным способом. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так вот. Пум. Пум. Да. О. Это сюда поставим, сюда, а это удалю. Угу. Инзертеры. Угу. Уголь уже отсюда можно убрать из сундука. И железо, железо, железо. Подведу вот к этим конвейерам. Железо. Пом. Тук, тук. Да елки-моталки. Не помещается ничего, а? Как работать? Так, сундучок убрал. Здесь поставил, здесь поставил. Здесь поставил, поставил, поставил. Убрал. Ах, это опять не получается. Так, тогда сделаем. Оп. Все, уголь я подал. И железо подал. Теперь сталь надо сюда подать. И медь. Медь я подам. Пум-пум-пум. Так. Сталь где взять? Сталь здесь. Сейчас. Я это сделаю таким образом. Ага. Чё? Я иду, через 5 минут пишу. Пум. Пум. Тук. 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 Подземный. Ой, как все сложно, как все сложно. Так, теперь подземный еще раз. Так, это я уже убираю, не надо. Сюда ставлю конвейеры. Вот так сложно. Сталь попадает сюда. Так, подача нефти возобновилась, батарейки опять бегут по конвейеру, ползут. Ну все, на этом я заканчиваю выпуск новостей. Железо в сундучках есть, резервное железо для ручного крафта. Надо искать нефть. Ага. Нужна нефть, я так думаю. Или хватает? Да, вроде хватает. Не хватает. Кислоты не хватает. Почему кислоты не хватает? Он говорит, у нас достаточно нефти. Много пушек.
Чё ж кислоты не хватает? Фабрики не успевают производить. Серы нет. Серы не хватает. Бум. А, они не успевают. А, газа нет. Газа нет. Нету газа. Почему газа нету? Потому что не успевают... Нефтеперерабатывающие заводы не успевают... А, не получают нефть. Не получают нефть. Нефти не достаточно. Потока нефти недостаточно, чтобы обеспечить работой 3 нефтеперерабатывающих завода. Вот, вот этот завод работает с перерывами. Потому что нефти. Нефти он не загружается. Так, твердого топлива уже накапливается много. Девать его пока некуда. Окей. Ай. Вот так. Go. Это значит, я пошел. Чё там, чё там? Ухожу из игры. Останавливаю запись, сынок, пришел.